У меня твердое убеждение, что в нашей стране происходит неправильная политика. И мне кажется, что если я могу следить за собой, а я могу следить за собой, то, наверное, я смогу следить за страной. И просто мне кажется, что когда мое мнение, просто если я считаю, что вот, как бы политика, это, да, это мое. Важно просто, чтобы политик, он как бы был компетентен, и что по вопросу, касающегося ну, происходящего, важно просто ну, четко формировать свое мнение относительно происходящего. Мне кажется, что это относительно важный аспект в политике. Thank you.